Торжественные мероприятия, посвященные столетию Бурятии, пройдут 14-15 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Об этом сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры России Надежда Преподобная. У нас в ноябре месяце мы ожидаем, что пройдут мероприятия в Кремлевском концертном дворце. И, конечно, здесь... Скажем так, жители центральной части, москвичи и гости города смогут, те, кто будут в эти дни непосредственно в Москве, смогут прийти, посетить, прикоснуться к уникальной культуре. И мы ожидаем, что на стыке с этими датами будет возможность у посетителей выставка «Россия» также прийти и познакомиться с культурой Бурятии. Согласно афише Кремлевского дворца, 14 и 15 ноября Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» представит концертную программу «Моя Бурятия». Выступят солисты, музыканты и балетная труппа. Артисты представят старинные обрядовые стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции.